у Силикоида указано, что вот мощь флота. Ну там военная, что они вот, главное, что у них почти так столько, сколько у нас, так у них три системы. А население мизер там. Ну в такой, ну, как ситуации вступать. Ой. Ну слишком сложно это. Только у нас, по сути, одна будет система против там пяти Микларских контейнеров. Кто их будет поддерживать? Персеус еще не развит. Аджи там нет. У вас же пару планет Персея, можно еще планету Гордона. У нас война и так с этими, видишь. Напряженная. Теряют пессимисты фосфор по чуть-чуть. Мы крепчаем. У нас есть на два фронта это сильно крутые. То есть у Булград, если мы даже вступим, вдруг у них линкоров, у нас здесь только даже этого дестройера не было. То есть у них явно Микларов крейсера и в Булграде может крейсера. Ну, по смыслу, вот вначале, что нам казалось, даже. Все, что. Допустим, Булрати, типа атакующие там раз. Силикоиды, ну все они нейтрально себя вели. А в этой игре что-то они рядом с Микларами оказались, рядом никого не оказалось, чтобы ну, их поддержать. Да нередко как-то там правильно воюют. Люди те-то неожиданно там путничают. Что Маршаны почти не вступают в бой. У них все время что-то меньше, меньше чего-то. Ну, то есть, тут плюс 50 вопрос, ну, этих, ну, наземные войска имеют бонус. Плюс 50 к мощи, плюс 50 маршан и у нас. Ну, у людей, допустим, торговля там повышена. Ну, и им, допустим, на агробронетехнике, как-то они лучше, ну, больше дают на космофлот, например, если нельзя так, ну, подпускать к планете, например. То есть у нас трое, но в реале имеют силы Миклара, типа у них все время крутой флот какой-то. Типа железные скоробанки, ну, ну типа оно полупустое, оно огромное. То есть у вас дестройера, у них уже крейсер. У вас крейсер линкор, они там на Титанах. Он, даже мощнее, он, типа линкор у нас мощнее, там, допустим, по выражению, чем Титан тот. Но тот здоровый. У него там еще попало на бичку доверху. Ну, самым дешевым, по сути, да. И не выпускают такие вариации. Ну, тоже такая хитрость. Можно взять, ну, типа, посредственное что-то там. Напихать туда что-то, что есть. Типа, барахло. Ну, потому что количество туров констракционного производства тоже там. И не больше выпускают. У них еще плюс четверть производства. И они еще на этом, типа, у них более крупный флот получается. А в Булрате, допустим, в обороне могут, если космос у них. Бывает у них линкоры, вот это когда у них линкора у них. Вернее, у нас были крейсеры, а у них линкор уже. У нас может один линкор так ответил, у них уже три было. Ну, а Клари в космическом плане, в космических битвах они круче. А за середину игры еще может быть. Но они почти пассивно в игре, вот там за три игры, только мы играли, или пассивно практически, мы не влазили в игре. Должны были что-то показать хотя бы из трех игр, ну по-другому бы раз, ну из трех хотя бы раз они там могли выиграть. А тут они, четвертый сложился, но они что-то против нас, например. То есть надо было с кем-то там, ну они Псилон обычно побеждают, как бы. У них космос силы, то есть еще до наземной битвы они уже могут выиграть. То есть они почти равны. Ну, все равно Миклара даже. Ну, может даже сказать, что они круче Аквари. Ну, размер, потому что тут в размерах на порядок больше всего. У этих рекордов меньше населения, но крутой флот. Вот если мы влазить. Ну, мы и так, типа, в войне с этими. Согласен, можно флот собрать и бросить, да попытаться. Ну, две планеты, да потом это будет бой. То есть, если бы они с кем-то завязались, как могут завязывать, чтобы
Ну, с ликодами, с ликодами ограничены, там совсем три системы. Вот если у него три системы, где-то они тут. И с одной планетой все. Огромный ток. А тут три. Тут они еще могут потягаться. Ну, в общем, пока мы не столкнулись на что-то. Толком непонятно. То есть вот эти системы, как бы, если бы погребли себе, мы там вообще, по сути, выиграли бы игру. А если они погребут, то Миклар вообще там не победил их там. Не, ну здесь есть всякие типа этих. Но если сюда они будут, если тут там, это даст возможность, например, Булрати и Маршанам, личкам развиваться здесь. Но если они сюда полезут. То есть мы можем зависеть от гони, будут сюда лезть, а те будут это. Но навряд ли, что они могут и не вступить в бой. Если здесь будет бой, здесь, то и Булрати могут попытаться обидеть. Ну, там он рад. Типа с нами схлестнулся. Ну, там есть у них и всего, и это они сами находят. Как бы, ситуация, по которой это всего было. Сливать ли.